Добрый день! Всех рада приветствовать на своем канале. Пошла я в лес после работы. Сегодня у нас 21 августа 2024 год. Только вот еще захожу на краю леса я. Помню, нахожусь я в Ярославской области. Не знаю, наберу сегодня что или нет. У нас опять засуха. Дождей давно не было. Но я так решила сходить на разведку. Первый грибок встретился сразу мне. На входе здесь всегда растут подберезовики. В принципе, не старый, свеженький грибочек. Думала, желтая сыроежка. Ну, тут это мухоморчик серо-розовый стоит. Такой вот экземплярчик. Видео у меня на канале их есть. Съедобный гриб. Даже можно его без отваривания приготовить. А главное, вот я заметила малюсенький подосиновичек. Вот он какой. Масенький-масенький. Подберезовик. В траве. Еще рядом волнушка розовая. Одна и вторая. Ну, вот тут такие вот. Грибов для засола много. Засуха-засухой, но березовички. Видно, что свежие. Растут. Такие два вместе сразу нашла. Так вот вырос под веточкой березовик. Вот он. Старый. Такой брать. А вот тут вот. А тут рядом с ним вообще какой-то маховик рос. Да, жалко, что гнилой. Стайка желто-бурой рядовки для засолки. Такой вот грибок кто-то тут порезал. Видимо, решил, что несъедобный гриб. Я с удовольствием маленькие экземпляры его возьму. Гриб очень вкусный. Рядом серо-розовый мухомор. Маленькие экземпляры. Такие я беру. Шляпку от чешуек очищаю. В кисло-сладком маринаде мариную. И они получаются как шампиньоны лесные. Ой, эти, не так сказала, магазинные шампиньончики. Это все легко счистить. По виду, в принципе, тоже зимой кладу в салаты. Видео как... Этот распознать его тоже есть. Ну, сейчас объясню. Легко чешуйки счищаются на месте, вот где погрызли винный цвет или места повреждений. Вот он в более крупном виде. Такая вот у него юбочка. И на ней должны быть, может, где-то здесь видно лучше, бороздочки от гименофора. Вот они, частые-частые полоски вот от этих пластинок. Ножка чаще всего гнилая у них, вот в маленьком виде, вот в крупном. Жарить его можно без отваривания. Гриб очень вкусный, растет массово. Изучите грибок, попробуйте. Маленький подберезовичек растет, крохотный. Так, здесь еще один, суховатый уже, наверное, не пойдет. Ага, и вот еще один. Вижу покрупнее. Вот такие вот грибочки. Очень редкие для нашего леса. Это что-то типа вот сирянки. Но раньше я жила в другой области. Там она крупная. Как бы такая, как стопочка, рюмочкой такой. Грибочек растет вверх на толстой ножке. Тут вот такие попадаются. Но маленькие, очень редко. Так, гриб засоли вкусный. Так, красавчик на пути встретился. О, их тут даже два. Ха. Надо еще посмотреть. Может, еще где-то растет рядышком с ними. Вот немножечко груздиков попалось. Маленькие. Здесь не гнилые. То все попадались мне. Все были они червивые. Повезло. Попались и крупные груздики.
еле заметила, чуть мимо не прошла их. И где-то я еще увидела. Ага. Вот они. 4 штучки. Ой, маленький там еще. Так, вот они. Красота. Хорошо. Увидела я вот такие огромные переросшие грузди. Они, наверное, конечно, гнилые. Один вытащу. Посмотрю. Да, гнилой. Жаль, ничего себе, переросли красавцы такие. Ну все, нашла крупный груздик. Сегодня у меня их вон сколько. Нормальный такой засолчик будет. Грибок редкий для нас, поэтому очень ценный. Березовичек. Сегодня беленьких вот не встречала. Наверное, прошли, собрали все. Ну, и под вечер вот я хожу, результат неплохой. Вот. Столько уже грибов у меня. Волнушка розовая. Массово пошла. Самые такие маленькие, не переросшие еще. И вот еще штучка. Вот сколько ее. Красивый гриб. Вот березовик. Крупноватый уже. Только на сушку пойдет. Ух ты, впереди заметила. Какого. На крепкой ножке. Не ходил, что ли, никто здесь. Грибочки прямо на дороге попадаются. Ой, дубочка желто-бурая. Только вот ее на каждом шагу в этом году она. Так, волнушки. Крупные уже. Красивые. Вот еще. И где-то я видела. Еще было. Ага, вот они. Стайка волнушечки еще. Еще один беленький грибок. Крупный нашла. Где-то выросла под корнем. Красивый. Не вытащить. Наверное, ножка очень длинная. Шляпку уже отломала я. Надо как-то здесь справиться с ножкой. Да, ножка крупная у него там. Глубоко сидит. Ага. Здесь песочки. Такой вот. Удачно на это местечко я зашла. Так, где я его видела? Раз. Миленький. И... Ой! Два. Беленький. Какие? Еще беленький грибок. Малыши совсем. Хорошо, что не переросли. Так, все, вышла я из леса. Походила часик. Есть беленькие, волнушки. Самое главное, набрала своих любимых груздей. Побегу домой перебирать. Не знаю, у кого работает еще YouTube, у кого нет. А так все свои видео я выкладываю на Дзене. Ссылочку оставлю в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!